Солідар. Агонія української оборони. Борис Рожен в аналітичній службі Донбаса за 10 января 2023 года. ВСУ виходять із міста. Бойцы ЧВК «Вагнер» заняли центральные районы Солидара и приступили к зачистке города. Противник удерживается в северо-западных районах, в западных пригородах у станции «Соль». Фактически, оборона Солидара находится в состоянии агонии. Основные силы ВСУ уже выведены из Солидара. В ближайшие дни будет объявлено об освобождении Солидара. Противник выстраивает оборону с опорой на Благодатное, станцию Соль, Раздоловку и Веселое. В районе Артемовска продолжает штурм Клещеевки и Опытного. В Клещеевке наши постепенно продвигаются. Продолжаются бои в промзоне и в юго-восточных кварталах города. К северу от Артемовска наши войска ведут бои на ближних подступах к Красной горе и Ковеевке. Пока что оба поселка под ВСУ. Трасса Артемовск-Солидар частично находится под огневым контролем ВС РФ. Можно ожидать, что достаточно скоро встанет вопрос отхода ВСУ в западную часть города на подготовленные позиции. Борис Рожен. Солидар. Огонь украинской обороны.